Всем привет! Сейчас будем тестировать свечку, которую я сделала сама. Ну что ж, вот так она выглядит. Сейчас мы ее подожжем и протестируем. Так, ну вроде получилось. Я выбрала каннабис и вишня. У меня есть еще дыня. Такая ядреная. И хлопок такой. Более классический. Кстати, вам слышно, как она трещит прикольно? Класс. Дождемся, чтобы она чуть начала плавиться. И я хочу понять, насколько сильно она пахнет. Потому что пока слышно только запах этой древесины. Ребят, ну вот свечка, вот так она выглядит. Кстати, ну вот если вы будете клеить наклейку, и не знаю, как вам нравится, когда вы так видите фитиль, или вот так, можно это учитывать. Мне кажется, вот так на самом деле прикольно. Поэтому наклейку надо с этой стороны клеить. Я сижу где-то в 20 сантиметрах от нее, я слышу этот аромат. Но прям не знаю, насколько сильно она заполнит комнату. Аромат не очень сильный. Легкий, но приятный. Смотрите, вот у нее такой эффект, как бы вот именно у этого фитиля, как от костра, да? То есть если бы мы сейчас были в темном помещении, вот так бы постоянно это происходило, мигание. Поэтому, не знаю, это, мне кажется, на любителя. Хоть, мне кажется, с обычным фитилем так сильно это не мерцает. Вот. Так что учитывайте это при выборе свечей. То есть полное ощущение, что возле костра сидишь.